Острым ножом отделить мясо от грудной кости сначала с одной, затем с другой стороны. Надрезать филейные части и разложить единым пластом. Подсечь жилы филе и его слегка отбить. Полить виски, посолить, поперчить, присыпать эстрагоном. Выложить слоем квашеную капусту, присыпать тмином. Сверху распределить чернослив и филе гуся завернуть в рулет. Затем рулет переложить на фольгу, посолить, поперчить, присыпать тмином и эстрагоном. Далее завернуть рулет плотно в несколько слоев фольги. Рулет из гуся запечь в разогретой до 180 градусов духовке в течение 1 часа 20 минут. За 10 минут до готовности рулета открыть фольгу и запечь рулет до румяной корочки.